Today I would like to propose a toast. Сегодня я хочу предложить вам тост за замечательного советского врача. Итальянцы нам предлагают работу в кардиоцентре в Риме. Давай еще раз, я что-то не понял. Мы по поводу вашего мужа. Что с ним? Гражданин Бельский предал свою родину, свою семью, самых близких людей. Пап, мы любим друг друга. Мы хотим пожениться. И тебе придется это принять, хочешь ты этого или нет. Твоя обязанность, Наташа, проверять чистоту пробирок. Между прочим, у меня степень кандидата наук, и вам это прекрасно известно. Если еще раз я увижу твоего сына возле своей дочери, тебе придется не то что другую работу искать, другой город для проживания. Ты от меня отказываешься? Нет, конечно. Тогда придешь ко мне сегодня вечером домой. Отец уезжает в командировку на 2 дня. Анатомия сердца. Премьера многосерийного фильма. С 24 мая на Первом. Ты такая дура или ты прикидываешься? Почему вы так со мной разговариваете? Нет, ты в самом деле не понимаешь, на что это похоже. У тебя все признаки беременности.